Хейогей, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем довольно старенькую игрушку, если не ошибаюсь, 2004, либо это 2007, ну я ставлю на 2004 почему-то вот. Это Wolfenstein, то есть это, можно сказать, третья игра с трилогии Wolfenstein. Первая Wolfenstein это у нас 3D, то есть это как Думы были раньше, и, в таких вот так на FPS сделаны пикселяры 2D-шные. Потом они еще был раньше, ну там чисто квадратненькие, типа модельки, вообще квадратики почти что. Вторая часть у нас Wolfenstein более полигональная, это более такая детализированная. Это у нас Wolfenstein, с которой началась именно вот эта довольно прикольная трилогия. Мы с вами сейчас играем новые, которые повыходили, это новая кровь, старая кровь, New Order и все в таком духе. Довольно прикольная серия игр, кроме, конечно, последней части, именно для ПК. Потому что там чистая гринделка опыта. Ну, ладненько, давайте не будем отвлекаться и начнем кампанию. Новая игра. Ох, ролики. Давайте новая игра. Выберите уровень сложности. Можно поиграть, папа? Низкий, не трогай меня. Нормальный, давай их. Так, их сюда. Высокий. И воплощение смерти, максимальный. Ну, блин, я не знаю, как у нас сыграть. Давайте, блин, нормально будем играть. Типа, я не вижу. Немецкий линкер терпец. 2 минуты до запуска. О, нихера тут русская озвучка есть. Внимание, все по местам. Генерал! Разрыв экрана только есть, это плохо. Генерал, похоже на борту шпион. Прикажете отложить запуск ракеты? Что? Шпион! Шпион на борту! Просто тебе не уйти. Что у тебя в кармане? Достать! У него бомба! Усо, это агент Би-Джей Блажкович. Разбудите директора. Скажите, что я должен встретиться с ним как можно скорее. Ну, если смотреть ролик для старого года, довольно классно, потому что бои... Лондон, английское подразделение управления секретных операций. Кабинет директора. Почему вертикальная синхронизация включена? Я же ее выключал. Агент Блажкович, входите. Вы успешно справились с заданием на терпице. Пустили его ко дну. Спасибо. Меня больше волнует найденный медальон. Нас тоже. С ним работают лучшие наши специалисты. Есть результаты? Немного, но есть от чего оттолкнуться.
Медальон служил символом загадочной секты, поклонявшейся некоему черному солнцу. Они погибли в результате катаклизма и за столетия них успели забыть. Несколько десятков лет назад тулийское общество возродило этот символ. В число этих оккультистов входят высокопоставленные нацисты. Из подразделения паранормальных исследований СС. Разумеется, но еще интереснее кристаллы, сокрытые в медальоне. Их можно найти только в одной точке планеты. В немецком городе Айзенштадте. Мы вышли на связь с бойцами сопротивления, кружком Крейсау. Они располагают интересными данными. Генерал Виктор Цетта, восходящая звезда тайного подразделения Гиммлера. Последние несколько недель он проводит операцию в Айзенштадте. Но какую именно, мне неизвестно. Думаете, медальон добыл именно Цетта? Это вам и предстоит узнать, агент Блажкович. Приказ таков – встретиться с бойцами сопротивления в Айзенштадте и прояснить ситуацию. Простите, что передохнуть вам не дали, Биджей, но вы с таким уже сталкивались. Больше посылать некого. Без проблем. Когда приступать? Немедленно. К путешествию все уже готово. Желаю удачи, агент Блажкович. Спасибо, сэр. Ладно, беру свои слова назад. Катсцена и мегасцена. Довольно картонная. Здорово. Почему разрывы экрана есть? И почему у меня... Агент Блажкович, я да. Из кружка Крейсау. И как Крейсау, идемте со мной. Здесь вас мог со мной. Здесь вас могут обнаружить. Подожди. Почему у меня вертикалка включена? Управление. Нет, это изображение. Ага. Угу. Синхронизация обновления экрана. Не шарю. Ладно. Ой-ой-ой, ребят. Стойте, я хочу посмотреть, что здесь. И что будет, если меня убьют. Ну, сразу видно, что мы с вами уже бронированные, да? Мы типа в танке. А нас хер убить. Да. Типа... Пропустить ролик. Серьезно? Контрольная точка это видео? Нифига себе. Блин, а теперь ее запретили в последующих частях. Символику. Агент Блажкович, да, я из кружка Крейсау. Идемте со мной. Здесь вас могут обнаружить. Ну, а я думал, ты снова. Быстрее, сюда вниз. На другой стороне нас ждут агенты кружка Крейсау. Бефолгенс, хай. Come here this day. Да, сейчас, давайте мы немного изучим местность. Мне кажется, мне ничего... Ой, вверх. Я не понимаю, о чем вы говорите. Скажи нам, где он? Вверх-вниз довольно медленно. Вбок нормально. Нет. Стоп, давайте я сразу настрою мышку под тебя. Потому что, мне кажется, будет потом жестко. Так. Я выключил автонаводку здесь. Так, давайте чувствительность вот так где-то возьму. Кратность включить. Как это? Скорее всего, это центровалка. Мне нужно для точной стрельбы, понимаете, все это дело настроить сейчас. Управление. Может, действительно это имеется в виду прицел? Давайте попробую. Настройка управления. Если да, может быть, я ее выключу. Нет.
Ну, я тогда фиг знает, что это кратность прицела. Я бы сказал, кратность прицела, скорее всего, точность. Ой, давайте вот это я поменяю сразу. Настроечки, что у нас там да как. Давайте тогда на паузу это все дело поставлю. Ну, довольно странные настройки, но по идее я все сделал. Так, контр приседать, теперь shift это бежать. Брат, лиз информатор, был в гигантском поезде. Да, но кружок Крейсал опередил нас. Кайфа, генерал Света будет в бешенстве. Поэтому мы должны... Ладно. Ну, чувствительность, ладно, налажена. Ух ты. Это что? Золото. Одно из 11. Подсказки. Собирайте золото и покупайте улучшение оружия на черном рынке. Ладно, вы поняли? То есть тут есть секретные, ребята, места. Места. Подожди, нет, бегать мы сейчас не будем. Если все здесь спрятано таким образом, мы можем искать секретные места. Это будет довольно классно. Так ведь? Да, я считаю, это же классно. Подсказка, чтобы подняться по лестнице, смотрите вверх и двигайтесь вперед. Агент Блажкович. Это я. Меня зовут Эрик Энгле. Пока. Я член кружка Крейсау. Давайте сразу на ты. Слушай, у нас мало времени. Нацисты обыскивают станцию. Они откуда-то узнали, что ты здесь. Но мы пока не можем уйти. Сложилась уникальная ситуация. На первой платформе стоит поезд отдела спецопераций, в котором находится экспериментальное оружие. Я слышал, ты хочешь навести здесь шороху. Так хватай оружие со стола из отдела. Так, давай я, наверное, все... Блин, мне вот это разрывы изображения не нравится. О, я попробую, что это за дерьмо? А когда будешь в городе, сможешь пополнить боеприпасы и достать лучшее оружие на черном рынке. Есть разрывы, есть разрывы, есть разрывы, парень. Что это значит? Посрать, да. Все, поехали. Теперь идем. Поезд отдела спецоперации нас ждать не будет. Мне интересно... Патруль идет. Я шо, играю в Call of Duty? Звездочка, прицел такой же. Что противника? Это там золото было? Чего? Не показывайся им на глаза! Тихо! Слишком темно! Зайди внутрь и посмотри! Б, что прочитать данные. Окей-доки. Плюс патроны. Плюс патроны. Ребят, что мы делаем? Мы куда-то идем? Я понял. Я пошел. Но они ложатся одному выстрел, если да, это классно. Потому что довольно в старых играх убить можно было с почти целой обоймы. Это как розовая пантера. Так им и надо! Манать, вы думаете, я вижу отсюда? Стойте, ребят, дайте я разберусь, хорошо? Всех не перестреляй. Бросай гранату и идем. Не дайте им загнать вас в угол! Так, граната это вот так. Укрытие! Меня зажали! Рад, что ты укрытие! Прикрытие! Помогите! Да, возможность, как в тех же колдухов, выбрасывать обратно предмет. Ну, бэт! Мы, ребят, будем с вами все изучать, что вообще здесь есть. Данные...
Кстати, нам дали какие-то данные. Я не знаю, как их открыть. Тапа. Задание, карта. Вокзал. Помогите бойцам кружка Крейсау. Уничтожить заметивших вас противников. Заметивших. Данные. Всего 5 данных. Золото 11, 5 данных. Спецпоезд. Изучить. Сегодня ожидается прибытие спецпоезда, везущего бесценный груз, который не должен никоим образом пострадать. Я настаиваю на введении жестких мер безопасности, в том числе удвоение охраны на всех контрольных пунктах. Кроме того, следует разместить на пути следования груза тяжелое оружие. Имейте в виду, если оборудование будет повреждено, конец придет не только вашей карьере. Прикольненько. Так, оружие. Гранаты можно улучшать. Брезантная взрывчатка. Гранатный подсумок. Ну, подсумка, ладно. Разрыв на осколки. Комплексная дача. Глушитель. Барабанный магазин. Крупный калибр. Так. Я бы глушитель купил на самом деле. Потому что это довольно хорошая вещь. Процент завершен. Уничтожено. Сожжено. Убито током. Растворено. Предметов уничтожено. Предметов. Так, любимая сила. Собрано данных. Найдено. Фолиантов. Да что? Ладненько, давайте тогда позже с этим разберемся. Так, это свои. Найн! Ребят, вы... Я не знаю... А куда мы идем? Ладно, плюсочку вижу. Заряжаю оружие! Обеспечьте огневую поддержку! Ладно. Считай, попал. Ребят, ваше дело мне сейчас прикрыть, пока я собираю... Биджей, мы должны спешить. Все? Сам не взорвется. Окей. Побежали, ребят. Что в поезде? Здесь ничего. О, я кое-что нашел. Чего ты ждешь? Вау. А вдруг тут пасхалки есть, а? Ладно. Вот вы не думали об этом? Я ключ нашел какой-то. Не стой столбом. Мы должны уничтожить поезд. Подожди, сейчас мы все дело это уничтожим. Ладно. О, еще какие-то данные. Мешочек с деньгами. Я вижу бочки. Так, я видел, чего ты ждешь, Биджей? Нам нужно взорвать поезд. Подожди. Так нужно все найти. Подожди, взрывать. Он хочет поезд. Ты видишь, сколько тут ништяков валяется везде. Тут деньги валяются. Посмотрим, хорош ли ты подрывник, Биджей. Взорви запертую дверь. Я вижу манекен, подожди. Сюда я еще не шел. Ищи укрытие! Можно я сяду в поезд? Блин, вот мне бесят эти разрывы экрана, то есть нахера? Для чего? Ну я понимаю, что то, что выключена вертикалка, ну блин, вертикалка стоит. О. Гранаты. Ну будет. Так, подожди, давайте я сразу. Я понимаю, что мы идем довольно медленно по сюжету, но я нахожу хорошие вещи. Визит гостям. Изучить. В ближайшие дни из Берлина с инспекцией прибудет очень важное высокопоставленное лицо. Необходимо предоставить ему полный доступ ко всем базам и экспериментальным объектам в городе. Если данному лицу будет причинен вред, те, кому было поручено его охранять, будут допрошены, осуждены и казнены. Допрошены, я и казнены, все. Так, любовное письмо. Дорогой Вольфганг, как же давно мы не виделись.
Я знаю, что ты женился на той женщине из-за связи ее семейства. Но разве она еще нужна тебе? Только представь, как счастливы бы мы были, если бы нам не приходилось держать нашу любовь в тайне. Надеюсь увидеться с тобой в Айзенштадте. Твоя навеки Бригитта. Мне удалось купить французское белье. Ну, это... Так, давайте мы, наверное, купим себе улучшение. А, я не могу сейчас это делать. Странно. Окей. Ладно. Довольно прикольный момент. То есть он именно всовывает. Всем лежать! Все, можем идти? Я думаю, да. Отлично, пошли! Жалко, что тут не... Это типа снайперки? Вперед! Только вперед! Так, юка. Ой, бля, давайте, отлично, ребята, вы пошли! Первые. Меня зажали! Граната! Граната! Меня попали! Так им и надо! Взрывается, отлично. Что это за бред? Перезарядка. О, минус челик, минус ноги. Так, все. Патроны есть везде у нас? Ну это понятно, мне отсюда предлагают идти. Ну-ну-ну, ну-ну-ну, что ну-ну? А то ну-ну, что нам нужно найти еще что-то. То, что нам необходимо. Мне кажется, где-то еще в поездах можно найти, будет довольно ценный предмет. Может, статуям голову отстрелить, чтобы был какая-то пасхалка? Я не знаю. Опа. Плюс золото. Как вы видите, все отлично сделано. Мы получаем с вами золотишко. Интересно, ну за золото, типа, мы можем с вами этот прокачать. Взять его! Я пошли красным огнем! Так, ладно, сделаем таким образом. Граната! Но здесь хорошо, прикольно то, что я могу гранаты... Гранаты могу откидывать. Так, ну ладно, меня больше-менее урона наносят. Скорее всего, это как в Биошоке, который мы поиграем дальше. Тоже я ж типа его не допрошел, но я его допройду, ребята, все-таки. Там, где мы остановились. Я не помню, на чем мы остановились. Биошок я проходил уже два раза, по идее. Потому что первый раз я прошел, но забыл отрендерить. Ну, типа, мне стало падло, потому что слишком много было. А второй раз, после обновления чего-то там, у меня просто слетело все к хуям. Давай данные посмотрим. Ко мне поступила информация о том, что все больше боеприпасов пропадает при перемещении из вагонов в грузовики для доставки на военные базы. Вероятнее всего, это дело рук агентов черного рынка. Охрана объекта была усилена. Тем не менее, прошу всех быть бдительными и обращать внимание на любого подозрительного человека. Готово. Так, у нас одно данное осталось и 5 золотишко. Золотишко как-то я мало вижу, а вот, скорее всего, уже конец уровня будет. Укрытие! Всем в атаку! Помогите, я в ловушке! Укрытие! Ой, ладно, иди в сразу, поехал. Ранат твой. Помогите! Спасите! Во
не надо! Прикройте меня! Вон там! Ну блин, ну... Перезарядка! Не долетело. Вылазь, я видел тебя. Ищи укрытие! Давай вылазь, я видел тебя, алло. Внимание! Зараза. Наебсик. Все вперед! Обеспечьте огневое прикрытие! Наебать. Меня зажали! Ребят, подождите, пожалуйста, я здесь пока исследую. Хорошо, карты. Ууу, золото. Так, у нас уже 1500. Даже 1600 есть. А, так, секретные данные. Секретные данные, микрофончик. Странно, что тут данных нету. Осторожно! Это снизу двое! Стреляет. Граната! Я не могу понять, откуда палят. Я вижу, что снизу. Сюда! Ни хрена себе! Обеспечьте огневую поддержку! Отряд, в атаку! Ни хрена себе. Блин, ну патроны, я думаю, можно и не экономить. А вдруг нырили в этих ящиках? Ну, может ли быть такое? Или же нет? Ребят, чем мы стали? Все подразделения должны немедленно прибыть на третью и четвертую платформы. Это что такое? Это что такое? За аномалия. Манать. О! Последние данные. Поехали. Вчера в нашу лабораторию прибыла партия весьма хрупкого оборудования в поврежденном состоянии. Оборудование было испорчено из-за нарушения условий транспортировки. В будущем прошу вас следить за тем, чтобы ваши люди обращались с поставками для проекта Нахтзоне с чрезвычайной осторожностью. Так, а где все золотишко? Тихо. Что было? Что-то было, я видел. Ладно, давайте я сюда спущусь. Знаете, если рели в этих что-то спрятано? Хотя, мне кажется... Так им и надо! Ладно. Это шпион! Подожди, ты хороший? Так им и надо! Укрытие! Отлично, пошли! МГ-42. Уничтожим его. О, ебать. Не дайте им загнать вас в угол. Все вперед. Да, блин. Молодец. Откуда по мне палят? Они через стены херячат. Они идут. Готовь МГ-42. Прыжай, стреляй из пулемета. Не дай им подойти. Как здесь? Хороший выстрел. Все? Все в укрытие! До свидания, ребята. Мне нужно, короче, пособирать дропики. Вы ж не против? Дропики вижу какие. Так, а мы здесь были, да? Ребята, чё вы ушли? Мы здесь типа ничего такого... Или мы взорвали эту херь? Чего? Так, подождите, мы еще на той стороне не были. Не посмотрели на вещи. Золото мне нужно, блин, прокачка это важная вещь, знаете, в играх?
Это самая важная в играх вещь. Обладать вещь, оружие. Вот представьте, вы прокачались до максималку, и вы просто мощь. Это просто жесть. Так, сохранение игры. Я чувствую, что уже конец, да. А где остальное золото? Кто это сделал? Хе-хе-хе. Левитаторы. О. Ни хрена себе. Подождите, это везде сейчас работает? Или только в здании? Только в здании. Монать, это прикольно. Почему? Кто стреляет? Это я сделал. О! Подожди, ты хороший или нет? Я думаю, нет. Пассанч. У-ху-ху. Ребят, ну это вы сами сделали, только что взрывом. А где они? Куда огонь ведется? Упал. О, ни хрена вас тут. Сейчас мы все сделаем по красоте. Подождите, здесь еще где-то что может найти, так? Ссылка. Автоподбором он, ну, не хочет подбирать, да? Переход в западную часть исторического центра. Ну блин, мне кажется, она же сбросится, так ведь? Ладно. Агент Блажкович, следуйте за мной. Где остальное золото? На вокзале я встретился с Эриком Энгли из кружка Крисал. Нацисты каким-то образом узнали о нашей встрече, видимо. В ряды сопротивления затесался Крот. Уходя от преследования, мы уничтожили поезд отдела спецопераций. Он перевозил странные боеприпасы, при взрыве которых пропадала гравитация. Все предметы взмывали к потолку. Без сомнения, все это имеет какое-то отношение к генералу Цетти и тулийскому медальону. Надеюсь, Каролина Беккер сможет рассказать мне больше. Где остальное золото? Где еще 5 ящиков золота? А, ладно, не 5. 3. Ну все же.
Манхаттен. Вокзал. Ладно, слушайте. Давайте, я думаю, на этом мы с вами в моменте закончим, да? Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.